Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты си Бог сошедший воду, закованных разрешивый, самой души раб владыку покой, и ныне пресный во веки веков, аминь. Единочистая, непорочная Дева Бога, без семени росшая, молись, спасися душами. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся, упокойни душу усопших рабов Божьих, преснопамятных вождей воинов, за веру тишь на поле брони, жизнь свою положивших от раны глада, скончавшихся, пленений горьких работах невиномученных, любезных, и всех победы ради потрудившихся во Второй мировой войне. И уеже простить всем всякое грешение, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Богу чинит души, и держи праведнее покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже духов и всякий плоти, смерть по праву делу упразднив, живет миру Твоим даровавый. Сам, Господи, покой душу усопших раб Твоих, вождей воинов, за веру и отечество на поле брани, живот свой положивших, от раны глада скончавшихся, в пленении горьких работах невинно умученных, убиенных и всех победы ради потрудившихся во Второй мировой войне, вместе с ветлями, вместе с злачными, вместе покойни, отнюдь же отбежи болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением, яко благей человеку любит Бог прости, яко нечь человек и же будет, и до сих грешит. Ты один токма без греха, правда Твоя, правда во век свод Твоя истина, яко ты си воскресенье, живот и покой, сообщих раб Твоих, вождей и воинов, за веру и отечественно на поле брания жизнь свою положивших, от раны глада скончавшихся, пленений горьких работах, невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся во Второй мировой войне, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Тебе начальник Твоим отцем, и пресвятым и благим же творящим Твоим духом, ныне пресный во веки веков. Аминь. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, и держи нет молитв и печаль, ни воздея не ем, но жизнь бесконечная, премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без изъяния Бога Слово Роша, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во век веков аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы и пречистая Своя Матерь, святых славных и всех вальных апостол, преподобных и богоносных Отец наш, и всех святых Своих, души от нас, представшихся рабов Своих, преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от раны глада скончавшихся, пленений горьких работок невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся во Второй мировой войне, Христе Боже нас, и Тебе славу славим, себе начальник Твоим Отцем и Пресвятым, и благим же творящим Твоим Духом, ныне и пресный во век веков. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшим рабом Твоим, вождям и воинам, за веру и отечество на поле брони, жизнь положивших, от раны глада скончавшихся, пленений горьких работок, невинно умученных, убиенных, и всех победу ради подружившихся во Второй мировой войне. И сотворим вечную память. Вечная память.
Сильный, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Вечная память усопшим вождям и воинам и всем погибшим во Второй мировой войне. Все они у Господа, потому что Господь говорит, нет больше той любви, кто жизнь свою положит за людей, за ближних своих. Вот. То есть это подвиг уподобления Христу. И вот в истории России, Русской Церкви, Александр Невский защищал свою родину, Дмитрий Донской, Кутузов. И в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Отстаивали правду Божию для того, чтобы мы жили в мире, чтобы не было войны, чтобы мир был во всем мире, и чтобы мы дружили все между собой. Это самое главное, потому что где мы дружим, между нами всегда Христос, Господь наш Иисус Христос. С праздником, дорогие!